Подняться по скале вверх, достичь точки финиша, не сорваться и уложиться в 5 минут. Таковы условия первого этапа первенства ЮРПСО по специальной горной технике. Показать себя в альпинизме, скалолазании и спелеотуризме, а эти соревнования сочетают в себе разные виды техник, на Орлиных скалах рискнули 40 спасателей. И не только сочинские, из Краснодара, Волгограда и Адыгеи. Александр Смышков на соревновании в Сочи приехал из Майкопа. Сегодня трасса ему покорилась, хватило чуть больше 2 минут. Впервые участвую. Трасса хорошая, скалы сухие, нормальные, не скользкие, все отлично, все понравилось. Завтра будем дальше бороться. У нас на Кавказе тоже скалы хорошие. Ездим, занимаемся постоянно. Соревнования не случайно проводят в природных условиях на естественном рельефе. Спасать туристов, которые попали в беду в лесной местности или на скалах, сотрудникам МЧС приходится довольно часто, особенно летом. Поэтому такие соревнования – это не только возможность выявить сильнейших, но и провести заодно такие важные для спасателей тренировки. Для того, чтобы именно совершенствовать свои технологии спасательные, так сказать. Потому что передвижение на разном рельефе, в разных пространствах требует разных знаний и умений. Их нужно уметь, естественно, своей, так сказать, все это из себя вытащить и все это использовать в правильном месте. В программе соревнований 3 этапа. Сегодня завершился первый – квалификация. По его итогам, следующий круг из 40 прошли 30 человек. Завтра этап под названием «Школа». Это уже более сложная трасса. В 3-й заключительный день участников первенства ждет самое серьезное испытание. По сложному скальному рельефу и непростой трассе нужно будет пройти безопасно самому, плюс транспортировать носилки. Иными словами, показать владение технологиями спасения. Игорь Кырпа, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.